Номер 4, страница 27. Разложи фигуры в мешки так, чтобы везде были одинаковые части и целое, и чтобы равенства не повторялись. Части – это один мешок, второй мешок, а целое – это то, что у нас получается в ответе. Иными словами, здесь будет 2, 3 и 5. Части – это будут 2 и 3. Опять это целое. Нужно разложить и распределить эти числа так, чтобы равенства не повторялись. Если у нас здесь 2, 3, 5, тогда здесь будет 3, 2, 5.